Всем привет! Сегодня покажу вам квартиру-студию площадью всего лишь 27 квадратных метров. Это квартира нашего подписчика, а за такие проекты у меня особая гордость. Ведь хозяин не дизайнер и сделал такой классный и, самое главное, функциональный интерьер самостоятельно. Идемте скорее смотреть. Ильдар, привет! Да, Вика, привет! Расскажи, что за квартира? Квартира находится территориально в Кудрово. Приобреталась она без ремонта, в бетоне от застройщика. Я все перепланировал, соответственно, от проекта до реализации делал своими руками. Молодец! Да, ну, так как сам строитель, значит, демонтировал все, что можно было демонтировать. От штука... Вообще все, и стены? Вообще все. Ну, то есть остался просто голый периметр и все. Расставил мебель у себя в голове, да? В голове? Нигде, ни в какой программке ничего не делал? Не-не-не-не, вот. Ну, просто опыт есть, на самом деле, да, с ремонтами, соответственно. Поэтому я уже понимал, что я хочу на выходе. А сколько у тебя ушло на ремонт по времени? По времени плюс-минус 2 месяца, чуть более. А ты нам скажешь про стоимость ремонта? Да, в конце мы это все, конечно, озвучим. И дополнительно скажу, сколько я сэкономил, делая ремонт своими руками. Какие твои были главные задачи при ремонте? Так как это небольшая квартира-студия, главное это было зонировать пространство и на выходе получить симпатичную картинку. Давай смотреть уже твою прекрасную квартиру. Начнем с коридора. Да, погнали. Так, ну что, расскажи, вот здесь был проем, да, в коридоре, ты убрал его? Да, вот в этом месте был проем, а санузел был чуть побольше. Я на самом деле сдвинул вот эту стенку, потому что здесь на самом деле находится шкаф основной, да. Ну все, со всех секретов сразу начал. Ну окей, показывай. Ильдар здесь спрятал стиральную машинку. Да, вот стиральную машинку получилось через коридор, да, тоже бросить коммуникации. А здесь у нас, ну, основной шкаф, так сказать, место хранения. Ну, у тебя получился большой антресоль, и ты еще даже хранение продумал. Здесь у тебя есть и обувница сразу. Классно. А почему ты сделал встроенный шкаф? Я вижу, у тебя с одной стороны есть стенка, и с другой стороны. И просто двери заказал уже к нему с наполнением. Ну, отдельно стоящий шкаф, он бы был каким-то громоздким. Он бы выделялся с общего интерьера, поэтому мне кажется, что так оно как-то более встроено, более симпатично. А там около, за шкафом у тебя просто что, и, ну, пуфик, чтобы присесть, да? Да, обувница, и пуфик и открытая вешалка, крючки. То есть а пришел, снял одежду. У тебя там щиток, ты его, получается, видимо, перенес, да? Да, щиток был вот здесь, ну, стандартно. Строители перенесли мы его туда, соответственно, там роутер. У тебя очень классная входная дверь. Ты как-то менял панель внутреннюю, чтобы она была в цвет стен или что? Нет, делал? Тоже, опять же, от застройщика, ну, как всегда, у нас ужасная дверь была с плохой шумоизоляцией, поэтому пришлось поменять дверь. А что за такая красивая зона у тебя здесь получилась? Очень мне нравится. Честно говоря, было пустовато немножко, поэтому тоже вот это решение в последний момент уже как-то придумал. Смотрел какой-то ролик. Зеркало в пол? Ну, оно на самом деле с двух частей состоит, да, и прерывается полкой. Просто заказал зеркала, приклеил их и воткнул полку. Так, а что у тебя за отделка стен? Очень красивая. Это штукатурка или что? Фактурная? На самом деле это Родмонд. Да ладно? Да, это Родмонд, и я его покрасил, получилось вот так вот. Ну, можно сказать, что да, почему нет, декоративная штукатурка. Ну, выглядит это так. Так она так и есть. А почему ты решил сделать и потолок тоже серый? Вообще, как тебе эта идея пришла в голову? Да, на самом деле не хотелось много времени тратить на обводку. А, вот так вот. Вот, ну и это тоже. И вообще, как бы, ну, мне нравится, честно говоря, не знаю. Нет вот этой вот линии разделяющей, потому что белый потолок, ну, он бы довольно-таки большим бы объемом висел. И, а так оно как-то стыкуется. Согласна, нет, выглядит очень красивое решение, потрясающее вот для такого именно монохромного интерьера, как ты сказал, классная фишка. Спасибо. А что за дверь? Ну, она ведет в санузел, мы его посмотрим чуть-чуть позже, я имею в виду сам конструктив. Она... Это купешная раздвижная. Дверка, да, раздвижная, опять же, места немного для студии, там, для проживания одного-двух человек, ну, вполне нормально. Так, мы переместились в кухню. Расскажи, что ты здесь сделал?
Я сразу вижу, что она из двух частей состоит. Основной гарнитур здесь, и тут еще вот колонна у тебя. Да, кухня в нише получается, и колонна с техникой. Колонна с техникой — это не назовешь. У тебя здесь только микроволновка. Почему ты не стал делать духовку еще? Ну, во-первых, это студия, тут маловато места, чтобы расположить еще полноценную духовку, а во-вторых, да как-то нет нужды на самом деле. В основном либо доставки, да, либо здесь, ну, по-быстрому что-то разогрел, поел. И все. Да, ну, я же говорю, дальше. Мужская берлога. Абсолютно верно. Тут разместил под СВЧ. А, под СВЧ у нас расположен холодильник. Ага. Вот он. Там, ну, без морозилки просто, да, ты его сделал, поэтому да, он без такой... морозилки. Просто потому, холодильничек, ну, довольно-таки, да, вместительный. А на дне? Сверху вот тут место хранения. Ого, у тебя даже есть для чайника внутри? Да, да. Класс. Ну, удобно просто, опять же, чтобы это на столешнице не стояло, потому что места маловато. Угу. Закрыл, и все чистенько. Ты сделал зеркальный фартук на кухне. Это так здорово, просто супер идея, особенно для маленького пространства. Не хотел плитку здесь, опять же, ну, потому что эта кухня, она хоть и в нише, но места мало, она соединяется с основной зоной, соответственно, перекликается в зеркале все это, и обеденная зона, и зона отдыха. Соответственно, зеркало прикольно. Вот. Опять же, много не готовлю, жира там нету особого. Ну, протереть вот. Тряпочкой. Поэтому протереть, да, удобно. На самом деле плитка тоже пачкается. Просто это видно, ее надо протирать. В любом случае, так же, как и зеркало. А расскажи нам подробнее про кухню. Ты ее выбрал черную, такую тоже. Это фасады Кунсбака, Икея. Соответственно, ну, черненький, матовый, это опять же прикольно, стильно. А покажи нам, что по хранению есть. По хранению кухни? Да, что там у тебя? Ну, здесь у нас сушка получается, здесь дополнительное место. Еще на самом деле, да, ничего особо даже не расставил, потому как недавно все это закончил. А вытяжка у тебя какая-то интересная? Что-то? Вытяжка, она не встроенная, но я ее вот таким образом скомпоновал тут, что, в принципе, прикольно тоже смоется, как часть фасадов. Здесь так. У нас ящички, здесь ящик со столовыми приборами, мусорное ведро. Опять же, место хранения. Казалось бы, маленькая кухня, да, но столько всего ты здесь разместил. Получилось очень функционально. Да, компактный. Какой у нее размер буквально? А, сейчас я скажу. Метр сорок. Метр сорок. Метр сорок она такая по ширине, малышка. И плюс получается вот этот пенал. Компактно. Ну вот смотрится. Очень классно, что ты сделал вот эту стену, которая отделяет кухню от гостиной. Как раз зонирование получилось нужное. Да, и потолок, кстати, тоже зонирование. Да. Ты сразу, да, придумал это, что потолок у тебя тоже был? Ну да, я рисовал же это все дело. То есть я понимал, как бы я хотел, как бы мне было комфортно, и немножко все-таки что-то нестандартное было. Вот. Ну я видел это так, и я это сделал. Классно сказал. Покажи теперь нам обеденную зону. Ты здесь выбрал рейки. Ну, не знаю, как уже кто относится в интерьере к рейкам. Ну, во-первых, они черные. Они смотрятся немножко по-другому, не как заезженные там под деревяшки. Да. Но они здесь нужны, я согласна, потому что нужно было спальную зону отделить. Ну и обеденную. Ну да. И во-вторых, опять же, не забываем про бюджет. Если бы это было стекло, это было бы в разы дороже. Ты еще и кирпичную стену добавил. Что да, ну, у меня тут не только здесь кирпич, он у меня идет, переходит в спальную зону и на балконе, соответственно. Опять же, это игра теней, текстур, все в декоративку, было бы скучновато. Вот. И опять же, это бюджетно, не забываем, бюджет ограничен был. Так, ну здесь все понятно, стол небольшой, тоже темный ты выбрал, серые стульчики и один светильничек. Да, да, кстати, ну стол довольно-таки смотрится. Полноценный, то есть можно... Вообще спокойно разместиться вдвоем, комфортно. И опять же, это зонально отдельно. Да, вот не хотелось, не хотелось, извини, перебью тебя, не хотелось именно вот эффекта, что ты спишь в зоне кухни, да, или кушаешь в зоне спальни. Ну, то есть, чтобы это все-таки отдельно было как-то. У тебя это получилось, потому что очень часто стол как раз некуда деть в студии, и он выглядит как-то и не на кухне, и не в гостиной, а у тебя действительно раз такая отдельная зона, да, где он находится. И полноценная, кстати. Так, я уже знаю, что ты присоединил балкон в этой студии. Расскажи, как ты это сделал. На самом деле, метраж студии 24 метра был от застройщика. О-о-о. Да, хотелось бы немного увеличить, поэтому пришлось присоединить балкон. А чем я выиграл, на самом деле, где-то 4,5 квадрата еще за счет вот этой стенки, да, которая была. А где балкон проходил? Покажи нам грань. Балкон у нас проходил вот по вентилятору. О, какой классный вентилятор, кстати, вообще прелесть.
То есть он был совсем узенький, mm-hmm. бестолковый, там в районе 90 сантиметров всего, то есть там даже кресло невозможно было поставить. Каким образом я его объединил? Ну, снес, соответственно, вот эту стенку, mm-hmm. Утеплил весь теплый контур. Mm-hmm. То есть и потолок, стены, да, ну, потолок, пол у тебя теплый везде. Да, потолок, стены и пол, да-да-да. Пеноплексом все это дело утеплил. Кинул теплые полы обязательно под керамогранит. Поменяли остекление на теплое. А дорого было заменить остекление, потому что у тебя здесь очень много стекла? Да, ну на самом деле в районе 250 тысяч вышло остекление. Но зато у тебя, во-первых, такой прекрасный вид открывается, и его теперь не загораживает никакой подоконный блок или еще что-то, и просто красота. Ну да, света стало больше в квартире. Угу. И вообще вид совсем, конечно, поменялся абсолютно. Почему ты сделал с одной стороны жалюзи, а с другой части окна уже у тебя есть шторы? Ну, окно довольно-таки большое, оно во всю стену, от угла до угла. А опять же, поэтому пришлось, вернее, не пришлось, а мне так захотелось разбить это на зоны. Здесь у нас зона кресла, отдыха, да, такая, соответственно, жалюзи. А здесь у нас шторы, которые закрывают вот это вот окно, вот эту часть окна, которая находится напротив тахты. И, в принципе, когда ты их закрываешь, тебе лучи солнца не мешают спать. Вообще, само решение очень классное. Я почему спрашиваю, потому что я для себя его отметила. Во-первых, жалюзи, они снова входят в моду, их многие используют, и никак они там не выглядят по-офисному. Если их сделать правильно, грамотно, вот как у тебя, они в цвет черных рам, выглядит очень стильно, и плюс ко всему, конечно, еще появляется и зонирование. Прям супер. Да, и со шторами они как-то более мягко смотрятся, действительно, как в офисе. Ну, интересно, по мне так. Так, ты еще шторы сделал на электрокарнизе. Вот он тут. Почему? Просто для захотелось удобства. Фишку добавить. Да, просто для удобства, на самом деле, лежишь на кровати, там, закрыл, открыл. А дорого это обошлось, это решение? Сколько стоит карниз? Вот этот карниз, не, бюджетный, на самом деле, карниз, он в районе 15 тысяч обошелся. Нормально. Тоже в принципе, мастера нашел на Авито, классный парень вообще, сделал все за 2 дня. Который тебе сделал все, да? Ну да, вот я его нашел, человечка он мне посчитал, и через 2 дня я забрал карниз и сам его установил. У тебя еще очень классный радиатор висит на стене, он прям в гостиной, такой акцент, черный. А он дорогой? В районе 40 тысяч, по-моему, я его покупал. Нет, ну я соглашусь с тем, что он здесь нужен, потому что иначе была бы просто голая стена, а он и украшает, ну и свою функцию прям да, выполняет. Его хватает на это помещение, один он прикольный. У тебя здесь стоит очень модное стильное кресло вот с таким металлическим основанием, вообще крутое. Где ты его купил? Marketplace, ребята называются Лофтовик. Ну, класс, спасибо. Да, пожалуйста. Давай теперь посмотрим зону отдыха, наконец-то. Мы сколько смотрим студию, наконец-то дошли до нее. Давай, рассказывай, что у тебя здесь получилось. Спальное место. Я решил выбрать тахту. Что-то не хотелось кровать, потому что сразу бы это помещение смотрелось как спальня. Ну, то есть ты имеешь в виду, что ну, то есть не одно изголовье, а здесь по да, двум да, сторонам идет мягкий тахта. Бортик. Тут, в принципе, можно и телек смотреть, да, там в эту сторону, там днем тусить, а вечером, соответственно, ложишься спать, смотришь в окно. Ну и решение очень хорошее вместо стандартной кровати. Во-первых, она место бы здесь больше заняла в пространстве, потому что уже ну, расположение было бы у нее немножко другое. И если бы здесь стоял диван, то тоже. Да, пришлось бы его собирать и разбирать постоянно, да. Либо он был бы постоянно, скорее всего, разобран. Скорее всего, да. У тебя здесь еще классная такая вешалка появилась. Да, это вот открытая вешалка. Также Marketplace. На Озоне, по-моему, сразу готовый заказал, да? Да, 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 да. У них несколько вариантов есть. У них есть такая же потолочная, вот пристенная, напольная. Причем бюджетная, она там в районе 5000 стоила. А выглядит уже сразу как элемент декора. Да. Так, ну что, давай сейчас нам покажешь санузел. Мы уже столько всего вообще поговорили, всего лишь студия 27 метров. Обалдеть. Так, какая здесь площадь? Площадь данного санузла получается чуть менее 3 квадратов, 2,9. Угу. Маленький, но вообще у тебя здесь такая большая душевая поместилась. Ты еще сделал встроенную душевую систему, как здорово. Ну, встроенный смеситель.
Ну, так удобнее, на самом деле. Просто можно отрегулировать себе воду, да, включить все и а потом уже встать под душ. Кстати, да, не всегда обычно делают их на одном уровне, да? Ну, а по привычке раз... почему-то да. Так, да. На самом деле так намного удобнее. Так, а что у тебя здесь за крючочки просто для одежды? У тебя нет полотенцесушителя? Да, полотенцесушителя нет, потому что на самом деле он здесь. А, за ними. Теплая стена. Теплая стена, да. Обожаю это решение, просто круто. Мат теплого пола, проштроблено все дело за плиткой, и вот они греют. Теплая стеночка получилась. А где у тебя, ну, то есть она всегда теплая или где-то есть терморегулятор? Нет, конечно, как у, с теплыми полами, вот есть здесь ниша, да, шкаф, хозяйственный блок, так сказать, и вот у нас регулятор теплого пола, розеточки. Как ты спрятал классно розетки в инсталляции, ну, рядом за ней. Я такое решение первый раз вижу, это же действительно так удобно. Да, все рядом, сразу все близко. Все спрятано, и благодаря этому у тебя получилось сделать такое длинное полноценное зеркало. Кстати, а как ты убрал, обычно же здесь все коммуникации идут за инсталляцией, а у тебя где они? Тут. Я перенес просто счетчики, фильтра вот все сюда под ванну, ой, под раковину. Класс. Там все это дело находится. И доступ к ним есть. Да, скрытый лючок. Максимально использовал пространство. Что это за тумбочка? Какая-то готовая или ты ее сам делал? Ну, слушай, нет, я сам делал. Опять же, кронштейн озон, вот эта вот полка оби, пошкурил, покрасил, раковина стандартная. Ну, раковина может быть и стандартная, но у нее все равно очень правильная, хорошая форма прямоугольная. Вот. И встроенный смеситель ты сделал в зеркало. Насколько это сложно было сделать? Да не сложно. У тебя все не сложно, ты строитель, все понятно. Объясни обычным людям, что нужно предусмотреть, а какой алгоритм, чтобы так сделать? Я понял. Ну, на начальном этапе, на самом деле, монтируется скрытая часть смесителя, да? И потом уже на финише вот эта вот вторая часть вешается. Нет, зеркало, то есть на месте они под него отверстие выпиливают или на производство нужно сообщать? Зеркало я заказал с учетом вырезов, ну то есть снял размеры, поехал на производство, ребятам дал размеры, они мне сделали, изготовили зеркало, соответственно вырезы под смеситель, я его на забрал. На нужной высоте сразу, да, ты им сказал. Да, все, приклеил сюда и установил обратную часть вот эту финишную смесителя. Классно, что у тебя потолок светится по контуру, вообще супер выглядит. Ну, это типа ночной подсветки, да. Мне понравился подход Эльдара к выбору цветовой гаммы интерьера. Просто серое, но это разные оттенки и сочетание разных фактур. Мы с вами видели и ротбанд на стенах, кирпич также на стенах, выделение потолка цветом, то есть не белый потолок, а также серый потолок, создание камерной атмосферы с добавлением своих акцентов. И поэтому квартира получилась уютной. Я думаю, вы со мной согласитесь, она не создает впечатление, что она какая-то, например, холодная и слишком неуютная. Наоборот, здесь ощущается то, что человек все-таки постарался сделать клевый интерьер. Ильдар, мы посмотрели уже всю квартиру, и у меня остался главный вопрос. Сколько стоил такой ремонт? По суммам у нас вышло 1,5 миллиона рублей плюс-минус. В эти деньги, значит, у нас входят материалы и мебелировка квартиры. На работах, получается, я сэкономил, так как делал своими руками. Так, и сколько бы стоил ремонт, если бы ты привлекал строителей? Бригаду. В районе 700 тысяч рублей с учетом 25 тысяч за квадратный метр. Ого, ничего себе, какая у тебя экономия. Да, таковы реалии. Хорошая у тебя профессия. Ильдар, спасибо тебе большое за такой подробный обзор твоей квартиры. Было очень интересно. Да, спасибо тебе, что приехала в гости, показала квартирку, этот объект. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да, все верно. Оставляйте, ребят, комментарии. Очень интересно почитать, посмотреть, что вы вообще думаете об этом проекте. Спасибо. Супер. Пока-пока. Пока.